Всем привет, это наш влог. Я Полина. Я Это Злата. Это Злата. Идет. Вот озеро. Вот эстетика. Эстетика. Искупнемся. Давай камень кинем. Искупнемся. Так, тут вот такая местность, в принципе. Это мы даже еще не рядом вроде. Конечно. Широкие джинсы на девочках смотрятся мерзко. Надевай треники, меньше движений и занимай свое место. Очень неэстетик. Неэстетик. Это как бы вроде заброшено, мы туда не полезем, потому что даже по домику видно, что делать там нечего. Да. Вот. А так, как бы вообще, я сейчас не помню, куда мы ходили. В прошлом году я видела его где-то здесь. Мы сейчас идем чисто на... Я не знаю, просто на удачу. Потому что, по-моему, где-то там. Вот. Вот, я уверена, что я вспоминаю, кажется, он здесь. Нет, он здесь. Угар. Короче, вот, все. Вон он. Это первый дом, в который мы пойдем. Вот такой маленький оранжевенький домик. Сейчас мы туда полезем. О, кстати, красиво выглядит угар. Вот такой вот домик красивенький. Вот. Это выглядит реально эстетик, но я не помню, как мы... Все, вспомнила. В прошлом году мы, короче, залезали вот туда, вот через эту дырочку. Да, вот сюда мы сейчас полезем. Но единственный минус, что там... Вот там находится жилой участочек. Вон. И нам надо сделать все так, чтобы нас никто не спалил, что мы туда лезем, потому что... Сюда? Да, нас... Нет, сюда. Все, полезла ты первая. Конечно. Все, полезла первая. Давай скорее. Просто иди, пройди вперед вот туда, к тому следующему окну, потому что в прошлый раз оно открывалось. Я как бы не думаю, что сюда кто-то приехал. Но это реально стрёмно. Да, оно открывается. Вы сюда залезали? Да. И что, вот. Мы... Давай. Тут все видно. Ты можешь ко мне подойти, пожалуйста? Мне как бы тоже, знаешь, это не квест. Фу, паучок. Но в прошлом году я, по-моему, закрывала. Я не вижу никого. Да, посвети. Я посвящу. Давай, свети. Все, погоди, надо эту створку тоже открыть. Ужасно в паутине все. Потом его обратно надо, потому что это все-таки не наш дом. Хоть он и заброшенный, но это может быть чья-то собственность. Она была вежливая. Да. На. Давай, лезь. Держи телефон просто. Давай, давай. Полезла. Самый веселый сейчас будет. Потом откроем бабушку. Вторая буду, чтоб ты меня скрыла. Смотри, там никого нет. Посмотри сразу. Нету? Нет, нет. Это единственная комната. Вот не, эта. Я не вижу. Что за провода? Я тоже не помню. Кстати, House Stars. Короче, в прошлом году тут прям воняет бабушкин. Да, я чувствую. Ти, оператор. Буду оператором. Короче... Мы ничего брать тут не будем, потому что это некрасиво. Не, ну Катя в прошлом году взяла тут... Кайф. Боже, ты меня напугал. Красиво очень. Покажи. Штучка. Где? Ну вот же. Это? Да, есть такой. В прошлом году Катя здесь взяла какую-то подсвечник тыкву. Я все-таки не собираюсь этого делать. Ничего брать. Как бы красиво тут не было. Потому что я считаю, что плохая энергетика. Это мое ведьминское восприятие. Оп-оп. Кибол Джена. Все, отсвечиваю, все заляпанное. Давай зеркало помоем. О, прикол, давай, погоди. Дайте. Меня тоже видно. О. Миленько. Ой, это близко. Миленько. Сейчас тут мужик вор стоит. О, кстати, тут свитер есть. И расческа.
Можешь взять, ладно. Я ничего не буду брать. Не, я, конечно, не буду брать. Я надеюсь, ты тоже придерживаешься такого мнения, как и я. Потому что я считаю, что... Нет, мне бы даже неприятно было банально, ну, типа... Second ок, вообще, second вот класс. Вот second. Second годно. А вот это негодно. Ну, типа, даже если постирать, мне было бы тоже... Нет, возможно, мне некомфортно. Кто-то умер, это, скорее всего... Да, типа, если в секунде, да, вещи в них могли умереть люди, ну, типа, пофиг. Пофиг. Ну, потому что... Их промыли. Почему она не открывается? Потому что там снаружи замок висит. А, то я еще подумала, но сейчас что-то увидела замок снаружи. И... Ой, смотри, красивенько. Изнутри. Короче, сейчас будет обзор полный, нормальный. Спасибо. Вот тут мы залезли. Вот такой... электричество, maybe. Maybe, baby. Вот. Кресло какое-то. Шкафчики. Тут всякий раритет. Кстати, мы смотрели, короче, мы где-то доставали документы. Такой шкафчик. Такой шкафчик. И... Посвети внутрь себя. Вот, вот здесь вот спальное место. Можно жить, кстати, считаю. Kendall Jenner подойдет. Ну тут было скучно. Ну тут мало, потому что все. Да. Да. Пошли. Все, пошли, пошли. Вылазим. Лезет. Все, короче, самое главное, сейчас никого там не было. Тут, походу, никого нету просто. А вот самое главное, чтобы там никого не было. Боком. Да. Давай. Все, вылезла. Короче, вот, мы сейчас идем в этот дом. Там сложнее гораздо забираться. Да, и поэтому снимать, возможно, будет непрактично, но как бы неважно. Мы сейчас туда полезем. Я надеюсь, что там никого нету. Потому что он тоже выглядит странно. А, все. Я рукой закрыла. Тоже, потому что сейчас я была еще не в штанах. Блин, почему закрыто? Действительно. Телефон возьму. Присядь, присядь, присядь. Быстрее. На. Давай быстрее. А то тут такое место. Всеобщее обозрение. Оп. Блин, странно. Я уже в прошлом году смотрела. Ну ладно. Все, идем искать следующие дома, потому что тот оказался закрытым. Как вариант, но он не похож на давно заброшен. Потому что тут еще мужик рядом. Да, я говорю. Да. А, пошли. Пошли. Все, реально, комары мимо летят пока что. Работает. В Карелии в лесу есть черника. Я надеюсь, здесь что-то есть. Я не думаю, что тут... Вообще тут лоси есть. Реально прям... Чаще. А я боюсь, это что меня... Относительно протоптанная дорожка. Это уже дома красиво. Есть красиво, но насекомые, фу. Реально, я не люблю. Правильно. Пошли. Идем. Я не знаю, что... Типа, это очень неинформативный блог. Блок, блок. Лучше тут просто долго не стоять, потому что на тебя сразу налетают комары или заползают муравьи. Вообще, надеюсь, что мы не заблудимся, потому что этот лес реально прям дремучий-дремучий. Тут есть и лоси. Ну, медведей тут, конечно, нет. Короче, все животные, кроме медведей. Ой. Потому что они не ворвать, они у меня новые. Сейчас пойдем по прямой. Говори что-нибудь. Да я не знаю, что говорить во влоге. У меня в лицо укусил комар. Серьезно? Да.
что-то куда-то. Это будет как прыщ, еще один, блин. На самом деле, я не знаю. Можно дерево бы снимать. Да, что мы хотим найти. О, я застряла. Я не хочу порвать штаны, очень. Малиновая лада, малиновый закат. Мы идем все обратно, наверное, идем, потому что, ну там реально не особо смысл есть идти туда. Блин, тут вроде эстетик, а вроде комары, ну реально не эстетик вообще. Прям, ну, совсем фу. Ты чё? Мы реально заблудились. Лата, пожалуйста, мы не туда пошли. Мы там не шли, там очень много травы, посмотри. Мы там... Ну, ты пошла... Ты вышла оттуда, вот так вот прошла. Я вышла оттуда. Нет! Да. Нет! Нам туда, я уверена. Нет. Да. Нет, ну нам в ту сторону, в плане. Я уверена. Нет, я реально не шучу, я уверена. Заблудились, все. Мы просто еще сейчас немножко посрались, куда нам идти. И решили, что ни я, ни права, ни она. И идем вообще в другую. И еще идем по карте в другую. Меня карта, честно говоря, смущает. Мне тоже не нравится, и мне кажется, что нам все-таки туда. Но... Вот там. Там, ну... Вот там вот. Ну, в плане... Вот, мы идем. Покажи. Вот что-то прогрузилось. Что-то... По картам. По Яндекс.Картам в лесу. А сколько мы уже тут ходим? Это очень жестко, потому что это реально еще, блин, комар, фу. Что у меня в голове? Мы сначала рофлили. У меня шнурок развязался. Что мы заблудимся. А в итоге мы реально заблудились. Это прям, ну, это даже смешно, как, потому что лес дремучий. У меня шнурок развязался. Мы еще не вышли. Может быть, веселье и не закончилось. Но как бы пока что нормально. О, лента я, кстати. О, угар. Ну тут как будто деревья и поменьше. Смотри. Что? Ну, отток, у меня отток, просто такая трава угарная. А тут это знаешь на что похоже? На того, как будто мы в болото идем. Мне тоже. Ну, здорово. Ну карте не вру. Ну реально затягивает. Нет. Ну оно как-то проминается. Я не хочу умереть. А я мечтаю. Посмотри по картам. Этого не помню. Так я же сказала, что сосны. Мы здесь не шли. Тут какие-то... Тут даже вон там, если смотри, там нету никакого выхода. И тут тоже. Ну, потому что его не будет видно из-за этого. Мы в жопе. Я не готова идти по болоту. О! Куда идти-то? А если это фо-трава какая-то? Как думаешь? Я не знаю. По навигатору. Да какому навигатору? Он ведет нас тут. Ты сама скажешь, что не хочешь здесь идти. Я тоже не особо хочу. А что делать? А что нам делать, собственно? Пробуем, я не знаю. Ну, самое главное, чтобы мы реально не провалились, потому что, ну, ты чувствуешь это. Ну, ты реально чувствуешь, что это болото? Это, потому что я уверена, что это болото. Заросшее просто все. Очень далеко надо быть, как я говорила. Так ты сама сказала, что тут шутки шутками, но именно маршрут построен по карте. Типа просто по карте, когда мы шли, это еще ладно, может ошибка. Ну тут не похоже реально на то, что мы сейчас вот выйдем. Долго, ну Ростокина это вообще-то... Смотри, сколько он показывает еще назад. Очень долго. Но нам не важно. Нам лишь бы выйти уже. Видишь, он показывает землю. Тихо. Это ты сделала. Да? Да. Ростокина кажется... это наша СНТ. Ладно, давай просто пойдем. Ну, это не особо похоже. Там... Гениально. Там человек. Да, я не вру. Блядь, это плохо. Это очень. Где? Посмотри. Вот там проехал. Проехал? Да. Тогда все, пошли. Смотри. Подожди, пожалуйста, давай тихо. Блядь. Это лес. Он нас завел туда. Ну и мы сами. А вот это уже поселок. Нам сейчас идти. Вот только сюда. В России можно радоваться того, что... Потому что не встретили человека. Пожалуйста, погоди. Давай баллончик достанем. Доставай. Потому что неизвестно реально, кто это тут. Кто в лесу будет. Да хоть кто. Я
устала? Да, пойдем, пожалуйста. Он в какую сторону проехал? Вот так вот. А мы идем в ту. Просто если он сейчас увидит, неизвестно реально, кто это. Две девочки в лесу. Да, но если он проехал... Он то... причем был, ну, полуголый. Ну, это нормально. Да, это мужик... нормально, но все равно... На велике? Мужик, мне показалось, что он проехал, но... На чем? Тихо. Я не уверена, что он проехал, он мог пробежать. Если он пробежал, то пойдем аккуратно в ту сторону. Полин, я... смысл здесь сидеть, я пожалуйста. Понимаю, и плюс тихо. У меня очень болят ноги, я не могу так сидеть. Мне очень больно уже было крапиву, плюс мы встретили мужика. Короче, мы сидели, стояли, увидели полуголого мужика. Просто, ну, в лесу мужик не совсем хороший знак. Типа, я не тот человек, который не любит всех мужчин. Просто реально неизвестно, кто это. Какими намерениями? Реально. Нет, женщине не так страшно, кстати, сори. Мы, походу, вышли, все. Фух. Это было очень-очень стрёмно. После того, как я увидела мужика полуголого. Это ужасно было. А еще мы шли такими дебрями, что там непонятно, кто мог водиться. А еще у меня жуткие волдыри. Вот все. Вот, волдыри беленькие, потому что я очень сильно обхопила, бахнулась. Пинку? Машина. Вот дома. Да. Вот Злата довольна. Да. Боже, это было не круто. После того, как я видела мужика, до этого мне было, ну, типа... Просто до этого мне не было настолько стрёмно. Дис. Мне понравилось, ну, типа, было что запомнить, но после того, как я увидела мужика, реально, мне не... Мне уже разонравилось. Короче, вот так вот погуляли. Спасибо за просмотр.